Привет, друзья, подписчики Сегодня я что делаю? Сегодня я делаю обзор на сравнение миньоны Rise of Grew. Ну, даже не на сравнение наборов, а посмотрим фигурки именно миньонов. На набор Mega Construct. Здесь списывал от компании Mega Construct, друзья мои. Этому набору бог знает сколько лет. Он лежит новенький, закрытый. Я его не собирал. Подожди, или собирал? <свяк> Нет, по-моему... Да, декрашка. Короче, я сначала расскажу предысторию. Во-первых, там были другие наборы. И когда эта штука продавалась, это, по-моему, по первой части. Гадкий я. Или по второй. Не знаю. Короче... Лего только сейчас подключилась к этой миньоном а они. А тогда было вот Мегаконстракс. Сейчас Мегаконстракс миньонов не упускает. Я работал в магазине. Вот, соответственно, может быть, я вот сейчас подумаю, может, там свой магазин, где я работал, показать. Я подъеду, поснимаю. Там много еще изменилось, но, может быть, вам будет интересно, где я работал несколько лет. Вот, посмотрим, посмотрим. Мегаконстракс. Значит, так, у нас тут что? Есть миньоны. Вот такой, вот такой и вот такой. И а, эту коробку и много чего другого мы потеряли. Во-первых, она была в дисконте. Я работал в дисконт-центре в магазине, и она была в дисконте. Сначала была вот такая. Это вот я лично расписывал, заказать был, там работал. Типа клеили наклейку, дисконт и антикрашка. Дисконт, потому что мятая коробка. Хотя, друзья, поверьте мне, что не все дисконтное, типа дисконтное только из-за коробки. Ну, сейчас уже, может, все изменилось, дано там это было, но тогда было так. Вот. А, ну, какой-то процент там был. Типа, не только из-за коробки, но ну, неважно. Вот, и это мы потеряли эту коробку, потеряли эту коробку и много чего еще потеряли. И нам ее вписали, минусовали от зарплаты. Потом мы это нашли, естественно, и, ну, распилили мер сотрудниками. Потому что мы это уже оплатили, куда это девать, уже все. Типа, мы забрали себе, естественно. Вот, то есть, наверное, как-то можно было а, сказать, что вот, мы нашли, верните деньги. Нам бы, наверное, их вернули, но тут такая сумма была копеечная, что... М -м. Она стоила, я не помню сколько, но в дисконте, по-моему, выходила рублей 700. А когда стоила нормально, по-моему, тысячи две или две с половиной, кто знает, в комментариях напишите. Вот такая коробка. Там было много наборов, там помимо вот таких вот больших наборов, там были еще маленькие, просто с фигуркой и чем-то еще, тоже, по-моему, рублей по 700. И здесь вот, видишь, зажалко заклеили вот штуку. А что тут есть Megaconstruct.com? Открываем, прям хочется посмотреть. Столько лет я как знал, ее не открывал. Я прям как чувствовал, что будет миньоны еще. Да, закрыто. Я что думал, что я собирал ее. Но время пришло тебя собрать. А может не собирать? Ха -а -а. Слушай, здесь, кстати, 72... 77 деталей. Офигеть. Так, а как мне меня теперь достать? Мне вот интересно. А как? Как выковырить-то? Ха, ха -а. Сверху, что ли? Как тебя достать-то? Вот так, что ли? А, вот, за волосы вытянул. Вот что. Вот. Ой. Парик снял. Ой, ой, что происходит? Ребята, посмотри, какой дядя. Древствуйте. Это миньоны что-то бахнули и стали вот такими, как были ловыми. О, нифига себе, прикольно, как деталь такая. Раз, 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 раз. Ха! Достается легко, но при этом не упадает. Слушай, так да это тролль миньон, тролль получается. и миньон. А у него что? Получается, у него шевелятся вот так вот ножки, туда и сюда. И вот так вот у него двигаются ручки. Еще вот так вот можно сделать. Дальше. Два миньона. Я не знаю, насколько тогда, я не помню, про что там вообще была первая часть, помню миньоны и миньоны, но мне кажется, что в первых частях у них не было имен. Имена им дали много позже, потому что здесь на коробке нигде не написано, что какой-то конкретный миньон. Непонятно. Просто миньоны и миньоны, и желтые чуваки. Но нужно же продавать игрушки, правильно? Поэтому им дали имена. Это как бы логично. Вот, значит, вот такой. Так, у него... Ой, о, о боги. Что это такое? похоже на чуваков из корпорации Монстра. Так. Подожди. А, прикольно, прикольно. Ну, такой, да. Ну, вот такой миньончик. ля 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 Но стоил дорого, потому что я помню, что прям стоил дико дорого. Сейчас тут, а хотя, с другой стороны, набор Лего сейчас полтораху стоит. И в нем примерно... тут вот я покупал вот этот набор. В нем примерно тоже где-то детали, может, 50, может, 70, что-то такое. Джуниор, здесь должно быть написано вообще, что детали здесь. Нет. А раньше на Junior списали, кстати, еще комплект деталей вот здесь снизу. Ну ладно. И вот такой миньон. А, миньоны, сам торсик, сам я вот смотрю, хотя нет, смотри, здесь у него прокрашена голова вот так, здесь вот так. А, разные, хотя вот ручки ножки. Мне кажется, тортики одинаковые, а принты глаза разные. Но я не считаю это за типа по. Как сказать, как это слово? Забываю, все время говорю его, постоянно забываю. А, типа халтура. Нет, здесь, наверное, не халтура, ну просто вот так вот сделали. И можно прическу от этого поставить вот сюда, наверное. А, нет, смотри, она не вставляется. Хм. А, ну вставляется, да. Ну, вот так. Хэ, банки хой! Вот, что, сейчас я буду собирать, ускоренная съемка это бред, поэтому давайте соберу, потом уже покажу и по сравним миньончиков, типа. А, у этого еще, а, у этого еще, смотри, как происходит, тело шевелится, о, то есть можно в бок, а можно вот так как-то, прикол. Все, погнали собирать. Итак, друзья, собрал а, набор, довольно быстро он собрался, тут я дошел, что не показал вам детали, их было, пишется 7,7, но по факту их не так уж и много. И забыл показать вам инструкцию, а здесь есть на что взглянуть, смотрите, а, здесь прям... Выди... Сборка довольно простая и легкая. Единственное, что в отличие от Лего, как-то поплотнее детальки прижимаются, поначалу, по крайней мере. Вот, и здесь прям, видишь, выделяются пимпочки, куда точно вставлю. Тут вот в Лего этого бывает не хватает, особенно в технике, там прям вообще а, черт ногу сломит. Здесь прям вот четко тебе все, потому что бывает у Лего вот такие вот штуки делаешь, они показывают, ставь сюда, когда пластина большая, как креатор набор собираешь, там, конечно, есть Понятно, что с опытом, да-да-да, сейчас напишут все это. Я Лего собираю там за 30 секунд большой набор, молодец. Но есть ребята, не такие такие прошаренные, как ты, понимаешь? Даже я тебе, вот даже на моем личном опыте, я собрал больше 300 наборов, я люблю Лего, я понимаю, что происходит в мире, но даже у меня бывает затык вот с техником вообще пипец. Вот у меня техника два набора, понимаешь? У меня есть проблемы. Я когда собирал Додж Доминика, я там раз 5 или 6 переделывал его. Ну, серьезно. Поэтому ты умник, ты молодец, ты красавчик. Респект, медаль тебе поддадим. Но есть ребята, которые не такие умные, как ты. Вот. Короче, это вот классная инструкция. Набор. Вот такой набор, у нас здесь четкий принт, ой, это я чина, ой, нифига тут они сделали чина, у Мегаблокс, кстати, а -а маркировка Кукулега, только она не на всех, а вот на них через один, короче, идет у них, вот, на больших пластинках они делают, знаешь, где, а тут не видно сейчас будет, на больших пластинках тоже маркировка есть, где-то там, где-то вот... Где-то есть, короче, поверьте мне. В общем, вот такая штука, значит, а, вот такая вот здесь есть палец, она может, бам, 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 вот так вот делать. И вот такой топор. Топор классный, топор крутой, прям даже есть рукоятка, все четко как надо. Дальше вот такой вот маркер, спрей, который красит миньонов в розовый цвет, такой фиолетовый. И вот такой трон, здравствуйте, вот видишь, как они делают... Мегаблокс. Вот, соответственно, минов я вам уже показал. И давайте попробуем проверить, а, вставим бластер в руку этому лилому бандиту. Хатиш! Привет, привет, привет. Вот, и поставим миньона. Вот сюда. Так он как-то плохо. А, он как-то что ножки шевелится, он плохо стоит. Пям! И все. И здесь можем поставить Пяу. Это челлендж. Выбери правильный квадрат. Пяу. А можно вот сюда так. Чик встать по, по центру. Вот. А, набор прикольный, забавный. В принципе, игровой. Можно взять, допустим, палец оторвать. И отдай. И дать миньону. В руку он пойдет уже с палец. Здорово! И че? Банана! Вот. Оу! Мне кажется, Скибиди утащил идею банана у миньонов. Вот, поэтому что? Это прикольно. Что-то я хотел сказать. А, а что за дырки у них? Я не понял. Куда-то надо насаживать их, что ли? Что происходит? Мне не очень понравилось у Мегаблокса вот эти вот странные элементы. То есть, а, вот эта, кстати, классная деталька, которая цепляется за, за, за топорчик. Вот это странные элементы. Какие-то непонятные ручки, непонятные. Но вроде прикола, вроде непонятно. Это все неправильно поставил. Сейчас я переставлю. Секунду. Покажу вам. А, во, 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 где. Во, видишь, где вот на большой пластине? Вот здесь. Не на штучках, а вот прям на ней. Вот что я имел в виду. Мы сейчас перевернем ее. Опа, вот так сделаем. Ну что ты, давай. Есть. Есть. Вот такой набор. И трон, естественно. Железный трон снова свободен. Если сравнивать с Лего, почему-то тогда, в 17-16, мне казалось, что дорогие наборы. Сейчас смотрю, вроде бы, да нормально, 1600, да, вот если бы он, ступал, или он двушку, по-моему, стоил, не помню. Но если сравнивать с Лего, все-таки даже сейчас, э, на вкус и цвет, конечно, все наборы Лего разные, но мне кажется, что Лего все-таки как-то пообъемнее, по масштабнее выглядит. Что касается миньонов, здесь миньоны у Лего сборные, вот их детальки можно применять где-нибудь еще наверх. Вот. Что касается Мегаблокс, миньоны в размере поменьше, конечно, чем Лего, если сравнивать. То есть, прям такие. Как будто... Вот эти миньоны как будто... Просто там была вся серия миньонов очень дорогая. То есть, там были маленькие пакетики. Даже не только Мегаблокс, а просто именно миньоны. Вся серия была какая-то чересчур дорогая. Поэтому я, наверное, и думал, что дорого. Но, в принципе, в сравнении с Лего, LEGO... Не знаю. Ребят, пишите вы. Пишите вы, я бы лайк отдал, наверное, Лего. Потому что, в принципе, за... А, подожди, он стоит 1700 Лего набор. Ну, даже коробка больше банально. У Лего... LEGO... А, вот так не будет видно. Ну, в общем, вы поняли. Мне кажется, все-таки, наверное... О, наверное, все-таки я даю свой лайк Лего. Потому что Мегаблокс здесь, наверное... И цена! И цена! Если бы большой набор бы такой стоил, косарь, я бы сказал, пфу, Лего, паша, это самое. Вот, а... Мегаблокс. А так как все-таки цена примерно одинаковая, то лучше, наверное, выбрать Лег. Вот такое было видео. Всем удачи, всем пока-пока.